Привет! Приветствую всех! Чао, я Тормина. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем добра и позитива. Счастья всем. Чао. Вот сегодня 23 декабря. Смотрите, цветет все в Тормина. Красиво. Красота. Посмотрите, там цветет что-то на стене. Вот так вам. Конец декабря, а у нас здесь все цветет. Вот у нас вход в Тормина. Кто не знает, Тормина — это такой самый туристический городок. Небольшой. Вот мы сейчас в его древней части находимся. И здесь всегда очень много туристов. Это вот мы видим возле церкви. Вот такой вот большой костер будут жечь. Всегда на Рождество делают вот такие костры. Стелят везде дорожки, кто не знает. Это на новогодние праздники, на Рождество все время по всей Италии, перед магазинами. Это как бы порта фортуна, удача. Положено так. Все красное. И наряжаются в красное тоже. Любимый цвет на Рождество и на Новый год. Здесь вот много вот таких маленьких улочек узких, красивых. И там цветки, цветочки цветут. Очень так уютно все. Мадонна, мозаика. И вот выходим на площадь. И вот здесь перед нами вот такая скромная елка. Еще светло. Мы опять приехали рано. Огоньков не видно будет. Buon anno. Вот такая елка. Красиво. И вот там у нас знаменитый балкон, с которого красивейший вид на Giardini Naxos. Тоже известный туристический городок внизу. Смотрите, как красиво. Единственное, наверное, новогоднее украшение. Догадываетесь, кто в Паризе? Они всегда красивы. А это что? Ну, посмотрите-ка. Мама дорогая. Из кусочков.
из ткани, из меха. С этой стороны из ткани. Вот, пожалуйста, соберите все ваши надоевшие вещи и соорудите такое пальто. Будет вам Паризе, Дольче Габбана. А это какой пуховик без рукавов. А, рукава трикотажные. Красота. И белые медведи.